Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Ребята, прошло уже много дней, почти неделя уже прошла после обновления, а у меня до сих пор нет питомчика, который самый сильный у нас в игре, ребята. У меня есть вот такой вот питомчик, который Doodle Parrot Dark Matter, он на 10,2 квадриллиона, но, друзья, у меня нет такого хардкорного. Ребята, я мучаюсь вот с этими питомчиками, а они, ребята, вообще не очень-то и сильные, друзья. Чтобы в хардкор режиме нормально им побить, то, конечно, это очень долго. Поэтому, ребятки, я решил сегодня найти вообще, что бы то ни стало, за любые деньги вот такой же питомчика, только хардкорного. Ребят, я уже видел, что их продают. Продают за какие-то сумасшедшие деньги. Но у меня, ребят, тут, в принципе, в банке нормально так. Запасики есть. И плюс у моих помощников тут тоже есть запасики. Поэтому я думаю, что нам этого хватит однозначно, чтобы найти вот такого вот питомчика Dark Matter. А возможно, нам повезет, и мы сможем достать вот такого Dark Matter. Это тоже будет круто. Ребята, ну если будет Шани, я в любом случае на Шани тоже соглашаюсь. Короче, ребятки, все зависит от нашего везения и от того, попадем мы на какой-то нормальненький трейд или нет. Ну что, ребят, побежали трейдиться. Ну и, конечно же, перед началом этого ролика я, как всегда, буду вас просить подписаться на канал, кто еще не подписан, и поставить лайкусик этому видосику. Погнали! Давно мечтаешь о крутых петах из Adopt Me, но не знаешь, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Или у тебя уже есть несколько одинаковых, которые ты не против продать, но не знаешь кому? Тогда быстро переходи на лучший маркетплейс по Роблоксу StarPets.gg. StarPets – это место, где ты можешь абсолютно безопасно, а самое главное – автоматизированно купить или продать своих петов. Больше никаких встреч с другими игроками, все трейды проходят только через бота. Также на сайте присутствует крутой обменник, благодаря которому ты можешь обменять несколько своих предметов на один крутой или наоборот, получить с одного предмета много разных. Переходи на StarPets.gg по моей ссылке в закрепленном комментарии, покупай или продавай своих петов быстро и безопасно. Итак, ребята, ну что, Trading Plaza или Discord? Trading Plaza или Discord? Мне кажется, Trading Plaza будет поинтереснее. Ребята, я сегодня бегал по Trading Plaza и находил там, конечно, вообще нереальные штуки. Что-то такое нереальное продавали. Плюс, ребят, знаете, что мне кажется? Что сейчас скоро обновление, получается, через 22 часа на момент записи этого ролика обновление. И я думаю, за это время уже начинают быстренько скидывать тех питомчиков, которые у нас есть. Потому что говорят, что должна быть еще одна секретка. Это у нас будет ленивец, и она по любасику будет сильнее, чем вот эти вот секретки. Плюс она будет хардкорная, поэтому, ребятки, сейчас все быстренько-быстренько сливают своих питомчиков. Смотрите, цены подешевели. Смотрите, смотрите, секретки. По 750 миллионов. А она, по-моему, стоила дороже. 399 миллионов. У нас получается обычный Doodle Parrot. Прикольно. Ребята, смотрите, какой у нас вообще прикольная Trading Plaza. Какая у нас жирная Trading Plaza. Офигеть, 4,5 миллиарда. Ну, не знаю, ребят. Мне что-то кажется, что это дороговасенько за золотого Doodle Parrot. Мне кажется, можно взять немножко дешевле. Ребят, но наша цель хардкорная. Видите, хардкор вообще, ребят, хардкор очень тяжело. Ребята, вообще реально, реально тяжело. Я набил себе несколько миллиардов хардкор коинов. Я их не трачу. Я их потрачу, когда будет обновление, чтобы сразу взять новых питомчиков. Потому что, ребята, хардкорные добываются очень тяжело. Так, друзья, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь... О май гад, что это такое? Вот, смотрите. Странно, конечно. Смотрите, 625 миллионов она стоит. Следующий стоит 650 и 750. Что это за цены такие? На кого они рассчитаны, ребят? Три цены и все разные. А тут у нас чувак продавал точно такие же, по-моему. Вот, за 550. Ну, ребят, вы когда продаете, кстати, вы мониторите цены. И нужно немножко демпинговать, потому что, смотрите, конечно же, у него будут здесь покупать. А у этого чувака кто будет покупать по такой цене, если у него на 100 миллионов дороже? Так, ребята, почему-то эти подарки все не дешевеют в цене. Они были по 14, что-то уже по 16 продают. Не-не, ребята, это дорого. 13-14 их цена сейчас. Окей, друзья, давайте летим в следующую трейдинг плазу. Ребят, знаете, как я делаю еще? Чтобы не залетать в эту же трейдинг плазу, я просто беру рандомного чувака, кидаю в блок, и все, теперь я на него не залечу. И, кстати, ребята, иногда бывает, что продают в обычном, на обычных серваках, поэтому тоже заглядывайте на серваки. Бывает такое, что что-то кидают в чат, и можно что-то такое прям хорошее достать. И я знаю чувака, который взял Титаник Манки по очень хорошей цене. Так, следующая трейдинг плаза. Что у нас? У нас тут, смотрите, цена 500 миллионов. Тут еще дешевле, ребят. Тут еще реально дешевле. То есть побегать по трейдинг плазам. Ребят, кстати, бегайте, не покупайте сразу же первое. Смотрите, прицените, смотрите, 500 миллионов мифик радужный. Смотрите, за 400 уже продают. Вот это демпинг жесткий. Тут у нас цена буквально 500, а буквально через дорогу у нас уже 400. Нормальненько, а чё? Четвертая трейдинг плаза, ребята. И походу та же самая. Нет, не та же самая, другая. Смотрим, что у нас здесь. У нас здесь немножко получше ситуация, но все равно мало. 16 миллиардов. Был бы такой за 16 миллиардов сила 5, я
я бы его, конечно, взял. Но обычный это дорого, однозначно. Тут у нас что? Пэроты 1,2 миллиарда. Ребят, смотрите, мы только что ходили, по 500 миллионов продавали, а здесь продают за 1,2 миллиарда. Это жестко. Цены, конечно, люди вообще кидают, сами не знают, что они кидают. Что? 40 миллионов, 40 миллионов, ребята, посмотрите. Сноумен за 40 миллионов, не хотите, ребят? Самого-самого первого мира, ребята, этого сноумена можно выбить с одной тычки. Нормально, ребят, никто не хочет 40 миллионов человеку помочь. Ребята, шестая трейдинг плаза уже, и пока что вообще результата ноль. Бегаю здесь как сумасшедший, все есть, ребята, но почему-то секреток нормальных, еще и хардкорных не продают. Ребята, хардкор, конечно, очень ценится, поэтому, ребят, если у вас где-то появляется хардкор, сразу его пытайтесь по максимуму подорогу продать. Так, ребят, тут тоже ничего нет. Ребят, ну, нам ничего не остается. Идем на сервак. Так, давайте сразу же пишем Hardcore Doodle Parrot. Вот так вот, мне кажется. Ой, Parrot написал. Parrot. Вот так вот будет лучше всего. Так, RB Hardcore Doodle Parrot. Все уже нет. Уже все распродал. О май гад. О май гад. Hardcore Doodle Parrot золотой. 20 миллиардов, ребята. Офигеть. Офигенский цена, конечно, ребят. Но нам в идеале нужно радужный. Ребят, подождите, если у него таких 4, а нам нужно 10, чтобы сделать со 100% вероятностью радужный, то тогда, прикиньте, 200 миллиардов нужно потратить. 200 миллиардов, да ну нафиг. Не, не хочу, не хочу, ребята, не хочу. Это жестко, это крайне жестко, ребят. Doodle Parrot, смотрите, и только он продает на серваке. О май гад, неужели ни у кого нет? А ну давайте вот так вот сделаем. Doodle Parrot просто вбьем, потому что иногда бывает пишут целое слово, хардкор. Так, нет, ребят, один чувак на весь сервак продает, на весь бигейм, 400 тысяч человек на серваке. Так, это вообще, так, что-то очень много его, ребята, что-то очень много, я вот так сделаю, чтобы мне было лучше и как-то легче смотреть. Давайте искать других. Вот, трейдинг, сегодня, буквально несколько минут назад, хардкор Doodle Parrot 10.1. Есть, отлично, offers only. Ребята, что ему предложить? Давайте мы ему предложим 10 huge hell rock. Как вам такая идейка? А ну-ка, мне кажется, это нормально будет. Хай, 10 gold HHR. Deal. Вот так вот по-простому, ребят. По-простому. Понч-понч сразу вот так вот исправляем, чтобы было понятнее. И ждем его ответа. И давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте мы еще на наш сервачок зайдем. У нас, если что, есть сервачок тоже в Дискорде. 61 тысяча человек у нас там сидит. И тут, в принципе, тоже можно что-то и наторговать. Так, давайте тоже сделаем Doodle Parrot. Вот так вот. И ищем, ребята, кто на что продает. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня логи еще здесь показываются. Продам хардкор DM. Doodle Parrot за рубли не первый гарант фандерса. Нормальненько. А так, подожди, ребятки, подождите. Давайте мы еще ему напишем. Привет, по чем продаешь? И этот чувак нам ответил, смотрим. Нах, I myself gave more than 3x of it. Чего? Нах? Я тебе сейчас дам нах. Сам ты нах. 30? Нет, не 30, ребята. 20. Вот так вот. Нах мне говорит, слышишь? Ты чего? Да не, ребят, ну он так не стоит. Вы прикиньте, ну пускай даже по 14 вы сможете продать один хелрок, так это 280 получается. 280 миллиардов. Вы что, офигел, чувак? Ты что, офигел? Реально, такие суммы, такие большие деньги. Это нереально, я даже тебе предлагать больше не буду. Ребят, если он сейчас 20 отказывается, то пошел он в баню. Чего, ребят, смотрите, пишет. Need add brook, not even my cost. Лол, бай. Я даже с тобой разговаривать не буду. Больше 20 идей погуляй. Так, чувак пишет. О май гад. О май гад пишет. Который с нашего сервака. Так, что-то еще пишет. Так, ты рил? Да, братик, я рил. Как видишь, почем продаешь? Так. А ну-ка. 2к рублей? Братик, не, мне нужно за гемасы. Не, за гемасы или за gold hell rocky. Так, что-то пишет, ребята, что-то пишет. Сколько хочешь, столько давай. Так, я не понял, что это такая за цена. Ребята, вы видели такую цену? Я не знаю, ребят, ну 20, ребята, 20, мне кажется, нормально. 20 gold hell rocky. Норм? Так, не, это много. Чего? Не понял, братанчик, что значит много? Я не понял, что значит много, ребята, подождите. Я сначала прочитал такой, не понял, что значит много. Типа меньше тебе что ли дать или что? Не понял. Так, что-то пишет, братанчик, что-то пишет. Я твой фан, хочу просто так дать. Блин, ребята, мне так неудобно от вас брать подарки, конечно, это вообще жестко. Спасибо большое, конечно.
конечно. Давай хоть что-то дам тебе. Блин, ребят, спасибо большое, спасибо, ребят. Это жестко, конечно. Вы мне вообще просто балуете, ребят. Реально балуете. Так, один хилрок с подписью норм будет. Братик, братик, у меня нет, к сожалению. У меня нет, братанчик. Я не могу подписывать, потому что нет партнерки. Ребята, прессон, конечно, вообще. Ребята, прессон просто жестко меня подставляет. Могу дать с подписью Кроноса. У меня единственное, что есть, это подпись Кроноса. Окей, блин, ребята, круто. Сейчас, братик, сейчас скину випку, сейчас скину випку. Сейчас он зайдет, ребята, и затрейдимся. Так, друзья, вот братанчик бежит. Так, давайте мы ему кинем трейд. Блин, я не верю, ребята, что такое бывает. Чувак продавал за 2000 рублей. Так, ребят, подождите. Подождите. А у меня еще с подписью нет. Подожди, братанчик, у меня с подписью. Сек надо в банк. Я еще забыл, ребята, снять его. Он сейчас подумает, что я еще его скамлю. Так, подождите, ребят, где-то у меня здесь был. А, вот, есть с подписью. Нормально. Давайте. Кронос, братанчик, спасибо, что подписал мне их. Это круто. Так, погнали. Теперь все. Так, смотрим. О май гад, ребята, я до последнего не верил. Dark Matter. 10 квадриллионов. Dark Matter, боже, 10 квадриллионов. О май гад. Так, а где этот? Где он? Подождите. Вот он. Ребята, не поверю, пока он не нажмет. Нажал, прикиньте. Нажал. Вот это ты жесткий, братанчик. Трейд комплит. О май гад. Я не верю, ребята. Я в такое не верю. Жестко. Спасибо, бро. Выручил. Блин, реально, братанчик, спасибо тебе большое. Офигеть, я не верю, что такие люди бывают. Ребятки, давайте теперь летим сразу же. Попробуем его затестить. Как он у нас будет дамажить. Смотрите, ребят, вот у меня вот сейчас вот такая вот ситуация. У меня сейчас получается все, кроме 13. То есть получается мне где-то 31. Да, 31, как и в прошлый раз. Я бегал с ними. У меня получается 31 такой вот аксолотль. Теперь смотрим, ребятки, сколько у меня сейчас будет, как оно быстро будет сниматься. Так. Давайте посильнее. Вот этот, я думаю, будет нормально. Так, ребят, пробуем. Чпоньк. Так. Ну, в принципе, ну так, более-менее. Я что-то думал, что будет посильнее, но окей. Ну, на деньги не смотрим, ребята, потому что лутбеги падают. Просто на скорость. Скорость, мне кажется, ну, такая себе. Можно и посильнее, конечно. А теперь, ребятки, снимаем, точнее, одеваем вот эту вот штучку. Один мы снимаем, такой вот хелрок. Не сролите, а вот такой. Отлично. И одеваем теперь вот этого нашего дудл парота. Найс, ребята, найс. Я не ожидал. Чпонь, конфирм, его сразу же залог. И теперь, ребята, смотрим, как будет быстро оно ломаться. Мне кажется, должно оно было намного быстрее. Так. Блин, ребята, что-то я не пойму. Оно быстрее или нет? По идее, оно же должно быстрее, потому что мои питомчики вот эти вот повторяют вот этого. Но как-то что-то я не вижу, что оно сильно быстро было. Либо мне кажется, ребята, что происходит, ребят? Может, нужно перезайти? Что-то я сильно разницы не увидел. Смотрите, давайте еще раз. Вот так вот. Чпоньк. Так, пошло. 15, 16, 17, 18, 19. 15, 20, где-то 20 секунд, ребята, у меня выходит на сейф. Так, а ну-ка мы его снимем, сейчас пробуем на обычном, вот так вот, опа. И теперь пробуем, раз, два, блин, ребята, оно быстрее, ребята, оно реально быстрее. Оно быстрее, без парота, что за фигня? Я понял, ребята, все, я понял. Они его повторяют, нужно его спрятать. Чтобы понять, нужно его спрятать в банк. Короче, где-то секунд получается 18. Все, ребят, да, реально быстрее, точно. Потому что я его одел, а он у меня без ролки. А вот эти вот с ролки, они быстрее дамажат. Все, теперь понятно, ребята. Ну, прикольно. Найс, друзья, найс. Я очень рад. Теперь хотя бы фармить будет удобно, потому что фармилось прям крайне жестко, крайне долго. А сейчас будет намного быстрее. Поэтому, братанчик, спасибо тебе еще раз, если ты этот ролик смотришь. Ты крутой, помог, вообще выручил. И вам, ребятки, спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Если вам ролик понравился, влепите свой лайкусик. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Меня зовут Фадрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!